В августе православные верующие отмечают несколько значимых праздников. Один из них – Медовый Спас, который празднуется 14 августа и совпадает с началом Успенского поста. Этот пост был строгим, но благодаря тому, что поспел урожай, его переносили гораздо легче, чем Великий пост. В народе Медовый Спас – это любимый праздник, в том числе для пчеловодов Тюриных, которые приехали в Тверь торговать вкусным медом. Медовый Спас – это народно-церковный праздник, который православные христиане отмечают в этом году 14 августа. На ярмарке в торговый центр «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь» пчеловоды Тюрины всегда приглашают покупателей на чиносвящение пробу разных сортов меда. Освящение – это что, идет с молитвами? Это же не просто там что-то сказал, а это с молитвами. То есть он свои молитвы, батюшка, вложил в мед, вложил в пищу, в еду. Поэтому эти молитвы проходят внутрь нас. Они нам лечат нашу душу, наши сердца. Тамбовские пчеловоды в Твери привезли более 20 сортов свежеоткачанного меда, прополисную мазь, продукты пчеловодства, пыльцу, забрус, пчелиный воск. Свежеоткачанный у нас донник, гайчишный, разнотравие, луговой, липовый, липомалина, черноклен, молочай, наша гордость, молочай, черноклен, еще много-много других. Покупатели меда у пчеловодов Тюрины хорошо знают. Их продукт всегда качественный, вкусный, соответствует ГОСТу. В дни работы ярмарки всегда действуют выгодные предложения. 4,5 килограмма цветочного меда за 1000 рублей. Кроме того, есть другое предложение, не менее отличное. При покупке 5 килограммов меда 6 можно купить в подарок. При покупке 3 литров одного вида меда скидка 17%. Считается, что мед, освященный в этот день, обладает большой целительной силой. Поэтому у пчеловодов Тюриных на ярмарках всегда много покупателей. Наша традиция, правильно, мед от всех болезней, для радости, для настроения. Сегодня Медовый Спас и день рождения моей любимой жены, с которой я прожил более 40 лет. И поэтому мед купил, мед сладкий. Он приносит счастье, здоровье. Несколько лет подряд ходим сюда. Нравится мед, наверное, нравится качество. А приобрести мед у пчеловодов из Тамбова можно до 20 августа в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Спешите!